Здравствуйте, уважаемые союзники. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Ну, сегодня нам есть не только что сказать, но и что показать вам. А дело в том, что вчера вечером со мной на связь вышла Наталья Ардаширова, сотрудник православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Наташа руководит проектом «От сердца к сердцу» и сказала, что хотела бы напомнить в нашем эфире об этой замечательной благотворительной ярмарке и пригласить новых мастеров. Вот, собственно, сегодня она у нас в студии, и, Наташа, я вам предоставляю слово. Ну, я сначала хочу начать с того, что немножко познакомить с нашим проектом, потому что давно мы уже у вас не были. Вот. Значит, суть нашего проекта в том, что мы помогаем творческим людям, которые изготавливают в домашних условиях какие-то игрушечки, украшения, найти новых хозяев для своих работ. Вот таким образом мы и материально поддерживаем наших авторов, и даем такую возможность для самореализации. Вот. На данный момент у нас 77 авторов. Это люди с инвалидностью. Это, конечно, основное, как бы, вот для какой категории это был у нас проект создан. Но также у нас есть и люди пенсионеры, то есть пенсионного возраста, и многодетные семьи. Ну, вот, и очень много у нас из области. То есть мы сотрудничаем еще, у нас сейчас тоже такое новое направление, сотрудничаем с воскресными школами областей, то есть при храмах вот у нас Маринка, в Верхотурье очень активно, по-моему, как бы у нас люди приезжают. Вот поэтому у нас география очень широкая сейчас. Вот, так что всегда рады новым авторам. Я думаю, что зрители, если есть у них возможность сейчас разглядеть то, что у нас на столе, наверняка обратили внимание вот на этих гномов. Гномы эти у нас легендарные. Вот так вот я покажу. Этих гномов делает Виктор Шабанов. Гномы изготавливаются одной левой рукой, потому что только она действует. И эти гномы, не знаю, есть ли они сейчас у этих людей, но мы их во всяком случае дарили и Владиславу Третьяку, и Денису Мацуеву, и Сергею Трофимову, и Игорю Растеряеву с его верным Лехой Ляховым, и Илзе Лиепа, и многим еще достойнейшим людям. И вот, конечно, это для меня символ такой стойкости духа и развития талантов в, казалось бы, неподходящих для этого условиях. Вот еще повторю, одной левой рукой это изготавливается. Но это только одна история мастера проекта «От сердца к сердцу». Ну, а еще какие-то истории? Да, я хотела вот познакомить вас, наверное, ну, как бы с тремя такими авторами. Зинаида Федоровна Дементьева. Вот почему я очень люблю, потому что я восхищаюсь ее трудолюбием. Вот просто это вот какой-то уникальный человек. А вот у нее зрение минус 9. Представляете, у нее вот такие вот огромные линзы. Вот. И когда я пришла в проект, она делала вот украшения очень из тонкого-тонкого бисера. И я поражалась, ну как вот с таким зрением можно такое вообще делать? И она такая трудяшка, она на 2-3 ночи работает. И она помогает своей дочери, потому что она осталась одна без мужа. И вот воспитывает деток вот этих. Вот. И поэтому она вот вынуждена прям ночами, ну действительно не спать. И меня что восхищает еще в ней, вот нас, когда пришли новые авторы, которые тоже занимались рукоделием, украшениями, у нее резко спали пожертвования, которые за ее изделие привлекать начали. Она ко мне подходит и говорит: «Наташ, ну вот прям мало совсем стало, как бы что нужно делать?» И я ей говорю: «Зинаида Федоровна, делайте игрушки, потому что ну вот их лучше, больше берут». И, вы знаете, я была удивлена. Она вот в свои, там, не знаю, сколько лет, уж не помню, 65-67, где-то так вот ей было. Она открыла YouTube, научилась сама без чужой помощи, без посторонней. И вот она принесла нам на следующий месяц. Вот была куколка-фея у нее первая. Сейчас она вот делает тоже различных мишек. Там у нее там куклы. Ну, кстати говоря, лапки шевелятся. Да, у него лапки шевелятся. Он прям такой, вот видите, прям снарядный такой брошка. И у нее какие-то не все классные такие игрушки. Прям вообще. Там зайка Люська у нее, там и кот какой-то, там лоскуток. То есть у нее у каждой игрушки прям такое, это прям она очень трепетно. И меня тут, конечно, тут восхищает. Это вот прям сила, трудолюбие прям этого человека. Я прям очень люблю, восхищаюсь, правда, ей. А следующее, с кем я, про кого я хотела рассказать, это семья Марковых. Вот здесь представлена очень красивая такая хозяюшка. Вот у Ольга, мама этой семьи, у нее все игрушки очень интересные, такие все винтажные, такие прям все подобрано, она там кружево сама красит, то есть прям у нее такой прям целый процесс. В этой семье 7 деток, а 3 приемных, 4 своих. И сейчас детки у нее подросли и начали сами тоже изготавливать игрушки на наш проект. У них папа занимается обработкой дерева, и вот из того, что какие-то всякие обрезки остаются, они делают различные деревянные игрушки. Это роботы, там получается машинки деревянные,
данное, то есть прям вообще молодцы. Такие, то есть как бы мама воспитала своих деток тоже в труду, то есть они на свои карманы деньги сами себе зарабатывают. Ну и вот это вот тоже мне очень нравится игрушечка, такой вот брелочек. Это делает Олеся Третьякова, тоже такой пример стойкости. Причем это тот пример, когда случается какая-то беда, и одна дверь закрывается, но открывается другая. Олеся была водителем троллейбуса. Вот, но у нее случилось заболевание онкологии, и она не смогла работать. И причем самое интересное, до этого она вообще особо рукоделием не занималась, то есть она как-то, ну, не было на это время. То есть она там начинала, бросала, а тут время сейчас появилось много, работать никуда никто не берет. И вот она начала в домашних условиях, вот таких потрясающих. У нее там куколки, брелочки, тоже, ну, в основном такой мягкой пряжи, потрясающие все. То есть у нее очень хороший вкус, и все красиво сочетается. И вот она тоже работать не может, но вот и таким образом она себя поддерживает. И она как бы реализуется, то есть она получает удовольствие от этого творчества, от этого рукоделия. На самом деле, самое вот интересное, я когда проводила исследование, училась в УРФУ и писала квалификационную работу, проводила исследование, а что же мотивирует наших авторов на участие в проекте, что для них самое важное. И это оказалось не деньги, то есть это оказалось вот именно вот возможность самореализации, что вот они то, что творчество наше, в принципе, дает очень много энергии, а тут вот люди прям, они делают то, что они никогда не могли себе позволить, что там времени не могли найти на это. И вот это для них важно, самореализация, нужность, вот это вот через рукоделие. Поэтому деньги, да, они... И поэтому, когда у нас какие-то бывают такие случаи интересные, какая-то игрушка куда-то уезжает, там вот у нас в Америку ангел улетел буквально вот на успение, это прям-то они так радуются, да вы что, моя игрушка в Америку улетела, я даже не думала, что этот ангел улетит. То есть прям вот у них это очень важно, когда вот находятся люди, которые ценят их труд, их рукоделие, они прям очень радуются, как, прям как дети, ну раз такие прям счастье такое. Ну вот, это вот, наверное, такое одно из самых, ну, таких вот ярких. А так у нас, да, у нас очень много. Мне кажется, про каждого автора можно говорить бесконечно, потому что прям всех люблю. Все очень интересные по-своему. И поэтому, ну, вот остановимся пока на этих троих. Наташ, и проект, насколько я поняла, развивается, сколько уже получается, 13 лет. И вот сейчас появилась еще новая страница такое, новое направление, это общение между мастерами. Ой, ну, знаете, на самом деле сейчас очень много всего появилось. Это мы сейчас вот начнем по порядку. Да, вот у нас сейчас действует такая мастерская игрушки. Два раза в неделю мы встречаемся. Вот у нас получается 30 человек, вот участников этой мастерской, но из них 14 это прям постоянные мастера. Вот, и они приходят два раза в неделю и что-то делают прям совместно. То есть как бы один выкройку игрушки делает, другой одежду на игрушку делает, третий набивает, и таким вот как бы образом, совместным трудом у нас получается что-то так прямо это. У нас сейчас уже так интересно получилось, что у нас немножко как-то уже каждому своя какая-то такая уже ниша, там одна волосы все время всем делает, другая там платьишки всем делает, ну, что-то прям интересно. И настолько для них это важно, вот они, понимаете, в любую погоду приходят, приезжают, причем у нас некоторые очень издалека приезжают, и они потом общаются уже вне рамок нашего проекта. Они вместе за грибами ходят, мы вместе и в театры, и везде ходим, то есть прям для них это важно. И мы создаем как бы не только вот игрушки, здесь вот представлены тоже изделия, тут у нас салфеточка, кружечка и платочек не спадающий. Это вот тоже все они делают, и деньги, пожертвования, которые привлекаются вот за это, за эти изделия, они идут на поддержку службы милосердия. Потому что сам проект вот «От сердца к сердцу», он, в принципе, же не окупаем, потому что практически все деньги, которые вот мы получаем за игрушку, мы передаем авторам. У нас, ну, как бы на службе вообще практически ничего не остается, а у нас же расходов очень много, то есть для того, чтобы это все ярмарки проводить, это очень много расходов. И вот эта вот мастерская, она как раз помогает, ну, привлечь на сам проект. И для наших вот этих участников мастерской это очень важно, что они помогают нашей службе, что они что-то прям отдают. Вот, поэтому. И тоже, что очень важно, мы изучаем вместе православную веру. У нас два раза в месяц приходит батюшка, беседует. То есть уже в такой формальной, неформальной обстановке какие-то вопросы они могут задать. Потому что так вот как бы не всегда же до батюшки, ну, как бы можно так добраться, так скажем, в спокойном варианте. И, ну, еще бывает неудобно, как-то стыдно спросить, как бы тут все сообщают, и как-то вот так за чашечкой чая мы общаемся. И вот они таким образом тоже изучают православную веру. И как к вам можно присоединиться? Ну, можно в группе ВКонтакте написать, там мой контакт, если я там администратор. Прям всем рады, приходите. И у нас, на самом деле, что еще в этой мастерской, у нас есть несколько рабочих мест, то есть вот у нас вот эти салфеточки, есть у нас еще добавление
бывает вышивка, ну, машинная вышивка. И эта вот девушка, Олеся Третьякова, она вот как раз у нас обучилась работать на вышивальной машине, она вот на этих салфетках, на косынках делает вышивку. И таким образом, как бы, она немножко тоже материальную поддержку получает, ну, как вот так уже помимо вот этих вот игрушек, работая в этой мастерской. Другая у нас мамочка, она пришивает, мамочка ребенка инвалида, она тоже работать не имеет возможности, она пришивает кружево. Ну и тоже в рамках же у нас этой мастерской, ну, может, не в рамках, может, она немножко отдельно, у нас есть оборудование для нанесения сублимационным способом изображения. Вот. На кружке, вот мы такие вот кружки делаем, то есть мы брендированные кружки всякие делаем. И тоже делают люди с инвалидностью, тоже у нас такое рабочее место. Вот. Так что мы вообще с удовольствием примем корпоративные заказы какие-то на изготовление сувенирной продукции. Таким вот образом поддержать тоже можно авторов. Потому что многие же заказывают и к Новому году, и на каких-то мероприятиях, там и кружки, и брелки, и шоперы, там и что-то еще. Вот, и мы готовы принимать заказы с удовольствием. Ну и для связи укажем сайт якобымилосердие.ру, сайт православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, а также группу социальной сети ВКонтакте «Благотворительная ярмарка от сердца к сердцу». Я еще вот зайца хочу вам показать, которого всю программу так вот обнимаю практически. Наташенька Поспелова делает такие вот замечательные игрушки. Это тоже история любви внутри семьи, история преодоления, история таланта, которому любящие родители помогли реализоваться. И да, в общем, какую историю не возьми у мастеров и мастериц благотворительного проекта «От сердца к сердцу». И на какую вещь не посмотри, это будет именно вещь с очень каким-то достойным подтекстом. Так, теперь, куда можно прийти и увидеть, ну, тем, кто живет в Екатеринбурге? Храм на Крови. Да, Храм на Крови, у нас там основная экспозиция. Там у нас есть, да, консультант, который все расскажет, расскажет про каждого автора, про игрушку, про любую. То есть вот можно там. А так у нас по храмам города, в соборе Успения Божией Матери, в храме Вознесения, на Ганиной Яме, в лавке в Сосерти мы представлены, в храме Рождества Христова, князя Владимира. Вот, то есть у нас, ну, и мы вообще расширяем географию. То есть если, как бы, то есть в любом приезжаем, какие-то ярмарки городские, мы по предприятиям приезжаем, большие предприятия, если какие-то, то есть у нас часто Сбербанк, Газпром, РЖД приглашают к ним, то есть в многих мероприятиях участвуем, так что вот можете нас пригласить, мы к вам приедем. Мне кажется, вот наш проект — это такая важная возможность развития милосердие у ребенка. Когда вот ребенок приходит на проект, родители ему выбирают игрушку и рассказывают, а кто это сделал. И ребенок, во-первых, относится уже лучше. А некоторые родители, знаете, еще так интересно делают, они приходят, выбирают две игрушки. Одну, как бы, вот ребенок одну выбирает себе, а одну выбирает, чтобы поставить на проекте. Потому что у нас очень много подопечных, и бабушек одиноких, и онкобольных, и деток. И ребятишек, да, из детского онкоцентра. И детишек, и у нас и онкоцентр, и сироты. То есть у нас очень большой. Вот. И вот эти игрушки наши сестры милосердия как бы дарят нашим подопечным, от вот наших благотворителей тогда. То есть игрушки и радуют, и воспитывают. Да, да, поэтому, мне кажется, это очень важный момент. Конечно, такие игрушки уже не выбросят, когда, так, как они обычно делают. То есть бережливости еще учат. Поэтому прям столько плюсов. Ну и вот этот снегирь тоже у меня из проекта «От сердца к сердцу». И вы можете здесь видеть брошки, серьги. То есть выбор богатый, и можно найти себе что-то. Да, и носочки эти теплые. Сейчас уже зима, можно утеплиться, и шапочки, и все. Валеные шапочки, да, валеные тапочки, это валеные, просто прекрасно. Да, 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 у нас очень, у нас огромный ассортимент, потому что авторов много, и, мне кажется, у нас каких только техник нет. Спасибо, вот. Наташ. Уважаемые зрители, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Мы говорили о проекте «От сердца к сердцу» православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Если вас это заинтересовало, выходите на связь. Ну и вот эти игрушки тоже могут стать вашими, даже если вы живете в другом городе. Есть возможность их приобрести за пожертвование, так что милости просим. Спасибо и даст Бог, увидимся.